Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,5% до 7,75% годовых. Последнее снижение происходило в конце октября текущего года. Тогда она уменьшилась на 0,25% с 8,5% до 8,25%. В сообщении ЦБ говорится, инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. При этом среднесрочные оценки перспектив развития российской экономики не изменились. Темпы роста не превысят 1,5-2%, что соответствует текущим оценкам их потенциального уровня. В Центробанке называют своей целью нейтральную денежно-кредитную политику. Напомним, регулятор понижает ставку в 6-й раз с начала года. Аналогичные решения были в апреле, марте, июне, сентябре и октябре.